сердцем горжусь я тобою, стальная моя магистраль. Тебе посвящаем свой стаж трудовой, зовет нас манящая даль. Бесшумно будет бархатный стелиться, зеленым горит светофор. В пути не страшна нам метелица, стихии дадим мы отпор. Дорога железная, моя белорусская, и стала моею судьбой, и сердцем мы преданы, и выбор свой сделали. Тебе мы верны всей душой. Движение дела серьезное, здесь многих людей честный труд.
Паровозик вот туда уехал. Еще с обратно поедет, наверное. Слово предоставляется начальнику Барановического отделения Белорусской железной дороги Владимиру Ивановичу Быцкевичу. Всем добрый, солнечный, такой красивый день. Для сегодня, такой солнечный день, мы празднуем замечательный праздник железной дороги. В этом году Белорусской железной дороге исполнится 162 года. Много или мало, ну, смотря с чем сравнивать. Это и много. Мало. Самое главное, что она как была молодая, красивая, растущая, прогрессирующая, общем, работникам Белорусской железной дороги, которые отдают все свои силы, знания для того, чтобы дорога развивалась, для того, чтобы мы вместе с Республикой Беларусь двигались в правильном, нужном направлении. И мы говорим спасибо тем молодым ребятам, которые сегодня уже влились буквально пятницу, они прибыли к нам после распределения с институтов, с университетов, с училищ, с техникумов. И они сегодня будут пополнять тот золотой фонд, который у нас есть. Потому что золотой фонд Белорусской железной дороги – это ее работники. Большое вам спасибо за это. Хочу всем пожелать мира, спокойствия, добра, удачи и всего-всего самого хорошего. Спасибо вам за работу. С праздником, дорогие мои! Спасибо, Владимир Иванович, за добрые и теплые слова. Если есть поддержка, ты можешь достигнуть самых больших высот. Именно такой поддержкой для железной дороги является профсоюзная организация. Слово предоставляется председателю Объединенной районной профсоюзной организации Барановического отделения железной дороги Ивану Ивановичу Левковичу. Добрый день еще раз, уважаемые дорожники. Уважаемые жители и гости нашего города, дорогие ветераны. От имени профсоюзной организации нашего районского отделения примите самое теплое и сердечное поздравление с профессиональным праздником Днем Железнодорожника. Сегодня во многих городах идут празднества, потому что железная дорога является не только такой отраслью, которая объединяет города, объединяет страны. Она для Беларуси явилось и городообразующее предприятие. Даже наш город
развивается, значит, стал развиваться за счет железной дороги. И таких городов в Беларуси очень много. Она является способником развития промышленности. Я хочу сказать, что дорога у нас железная, но люди у нас, которые работают, золотые. Хочу пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, счастья, тепла, уюта, благополучия в каждой семье. И самое главное, чтобы мы постоянно могли жить, трудиться под чистым, светлым небом нашей любимой страны. С праздником вас! Будут танцы и будут песни прославлять наш прекрасный край. На земле нет страны чудесней. Будь любимой, всегда процветай. С праздником! С днем железнодорожника! Дорогие друзья, ну а нашу праздничную программу продолжает выступление городской концертный оркестр под управлением магистра музыки Василия Продуна. Ваши аплодисменты! Хорошего настроения!